Девчонки, у нас ночь. Я нарисовала вот такую схему на кольцо. Сейчас буду делать. Ох, кума, ох, заразила меня. Бисер еще есть такого цвета. Я брала микс и разделила его. Как видите, думаю, на колечко хватит. Плюс черное есть у меня. А завтра получу матовое и буду делать на подарок. Малыш спит. Сладенько. Всем привет! Сегодня Юра дома, поэтому мне немного веселее, он с малышом. Сделали доставку, заказали отметить 3 месяца Владика. Курьер быстро так приехал, мы даже не завтракали, потому что подготавливали себя это все съесть. Сейчас покажу, что. Заказали, если роллы, то ем рыбу и худею. Очень вкусно. Заказала сет, потому что не могла выбрать. Сейчас уже жду, пока там он Владика в порядок приведет. И будем садиться за стол. Вы посмотрите, какая красота. Это Филадельфия Делюкс. Это классика. Я просто обожаю. И зеленый дракон. Это вот вообще просто, обратите внимание, must have. Дальше у нас тоже идет Филадельфия, но в кунжуте. И роллы, как видите, сыра, рыбки очень много. Особенно вот лосося. Очень сильно их уважаю, люблю. Я их ела даже во время беременности. Как видите, с ребенком все хорошо. У них очень хорошее качество. Они делают реально от души все. И, кстати, они в Инстаграме показывают, как они готовят. Они не прячут свою кухню, за что большое им спасибо. И доверие, конечно, поднимается все больше и больше к ним. Имбирь и соевый соус у них тоже какой-то вот, ну, не такой, как у других производителей этих роллов. Имбирь, как видите, не крашеный. Соевый соус вот в меру соленый, прям то, что нужно. Ну, в Инстаграме я уже снимала, покажу вам еще упаковку. Я просто тащусь от их упаковки, такой цвет. Нереально красивый пакетик уже используется. Раньше это было в крафтовом таком пакете, тоже очень эко. И тарелки пачкать не надо, как видите, все они вот в таких вот уже лоточках картонных привозят. Вот с них как раз мы будем есть. Девочки, если хотите попробовать, ставлю вам ссылку, заходите на их сайт, там большой выбор. Вот когда какой праздник, удобнее всего заказать что-то подобное, какой-то сет, чтобы не наготавливать. Рекомендую. Юрка тоже любит. Обожает. Сегодня нужно выйти еще в новую линию. Потому что у нас там шланг течет в туалете. У нас с машинки шланг в туалет и в кран. Подача холодной воды, он протекает. То ли труба, шланг сам пересох, непонятно. Или от напора давления воды, когда меняется в трубах, начинает подтекать. Но не всегда, кстати. Поэтому я не могу положить туда коврик. Он намокает. Нужно это исправить. Что такое за мишка идет гулять? Мамулька подарила такой классный этот комбинезончик. Да? На улице холодно. Нам будет тепло. Вышли гулять. И у нас такой закат красивый. Прям песня. Зашли в новую линию. Сейчас зайдем точнее. Нужно кое-что посмотреть. Я вам уже говорила. Ой, класс. И какой-то подобный пинцет. Тонкие щипчики надо мне. И я забрала бисер очередной. Еще в корзине сегодня буду вечером заказывать. Так, осталось найти эти кусачки. Я посмотрю, что почем. Если что, потом куплю. Съезжу. Извиняюсь. Блин, кот-то напало. Тут нет такие. Типа таких, наверное. Нужно еще тоньше, потому что не залезет в кольцо, колечко не зайдет. Нашел, а я не нашла, потому что там они толстые, не в колечко не залезет, понял? Видимо, то ювелирные, да, то со специальные такие ювелирные. Взяла губки, сейчас акция в новой линии 42 гривны, вот такие вот мне нравятся. И еще мусорные пакеты нужно. 35 или 36 литров, не помню. 35 литров. С ручками обязательно. Блин, ценные мусорные пакеты. О, вот такие вот. 15 штук. 35 литров. Жалко, что они черные. Есть черные, но где-то их надо искать. Вот эти, в принципе, неплохие тоже будут. Да, Владик? Все. Мой помощник, уборщик. И наша любовь. Как видите, Куховска, да? Куховка.
У нас хватит денег? Ты сколько взял с собой? Ты другой взял попробовать? Ну, оказывается, Old Spice. Да. Кочек подсказал Old Spice. Это дезодорант. А антиперспирант, он не является. Вот это вот антиперспирант. Он так написано. Хорошо. Что смешного? Ничего. Туалетная бумага же заканчивается? Да, это дефицит. Знаешь, сколько стоит? 70 гривен почти. О, будем меньше ходить в туалет. По 2 кубика, по 2 квадратика отрывать, не больше. Что, не больше. Если не хватило, тогда пальчиком. Да. Биде дешевле сделать, чем... Да, на кассу домой. Мне вроде ничего не надо, отбеливатели тут всякие, порошки. Ребята, буквально 3 минуты я собралась ехать к Абе. Там мы так бабушку называем, Лену. Нашу Лену. Он как раз сейчас идет на второй сон. Будет неплохо. Домой приду, уже поубираюсь, потому что сейчас на Маколы выбегаю. Я надеюсь, он не будет кричать. Сейчас как раз сон идет. Вот. Я думаю, что каждая мама, да. Ну, это неплохо, что ребенок кричит, там связки разрабатывает. Ну, хочется, чтобы он себя комфортно чувствовал. Нашли в лифт. Ему так все интересно, хочет поворачивать головку. Он уже так хорошо. Да. Что там? Буквой М, все как положено, посадили. Очень удобно этот эрго-рюкзачок. Ехали хорошо. Он спал всю дорогу, сейчас проснулся. Зашла в Рошен, купила торт какой-то новый. Я такой раньше не пробовала. Хотела их Наполеон взять. Фух. Тяжкая ноша, я вам скажу. Конечно, 6 килограммчиков. Это вам не хухри-мухри. Сама виновата. Сама захотела. Наполеон, который посыплен, типа, знаете, как не стружкой, а просто вот этими вот коржами. Очень вкусно, они сильно сладкие. Его нет в коробках уже. Они сказали, что перешло это все в пластиковые лотки. Но это как-то не презентабельно. А я взяла тортик, чтобы отметить 3 месяца. 3 месяца малышу как раз. Руся сладкоежка. Мама тоже. Сейчас кофе выпьем. Вот съедим по кусочку. Да, мы, смотрите, что придумали подушку, но мы здесь рядом, поэтому не переживать, девочки. Вообще, отбросьте переживания, потому что мы рядышком. Он здесь на подушке такой. Мамулька, привет! Тебя все рады видеть. Ты такая красивая сегодня. Ну, вообще, всегда ты красивая, как бы, но сегодня особенно. Комплиментик. Ну, вот. Купила этот йод, короче, сейчас у нас уже этаж на йод кипишь, нашли. И вот, смотрите, какой торт. Вы знаете, но она, мама говорит, что пробовала, говорит, что вкусный. А я даже не скажу вам, потому что не знаю. Но я такое шоколадно-ореховое не очень люблю. Я люблю все, что светлое из тортов. И вишня такое. Вот. Ну, в разрезе он должен быть вот такой, как Сникерс. А еще она купила мне вкусный виноград. Сказала, что это мне, поэтому вот я наполовину съем. Где без косточек? Заберешься. Мам, так купим мы еще. Юра, у тебя такого не продают. Найдем. Одесские комплименты. Ну да, такой у нас другой сейчас. Это наш дорогой толстый, который раньше был. Угу. Такой люкс виноград. Но мне так не нравится. Мне тоже говорит, возьми другой. Ну он тоже типа, но он толстый, длинный и толстый. Он не нравится. Не, такой. Не, не. Тебя такой только любит. Только такой. Да и его лес красивый. Иди мой носик, у него носик холодный. Ма, это нормально. Нормально? Подари улик. У него ручки, ножки могут. Идите, подари. Иди такой кнопик маленький. Ой, такой кнопик маленький. Маленький комбинезончик тебе новый купила. Да, пойду покажу сейчас комбинезончик. Мама сегодня забрала такой классный. Борис Джонсон, здравствуйте, уважаемый. Как ваши дела?